Challenge time! И снова всем привет, мы продолжаем безжизненную планету. Топаем по светящимся зеленым лучам. Нам до сих пор не отняли почему-то джетпак. Углекислого газа здесь что ли мало? И конечно тут всех охрене было. Найти запас которого до какого упадете в обморок. Ну конечно. Я нашел свою жену после нескольких дней поиска. Она упала со скалы, гуляя пешком, и лежал без сознания в лесу около нашего дома. Я никогда этого не забуду. Она была покрыта листьями и что-то... Вроде мха начала расти у ее пальцев, но... А оно, короче, типа, да? Я думал, что это несколько лет назад, и это застало меня... заставило меня понять, насколько кратковременна наша жизнь. Рано или поздно надо начинать жить дальше. Это была подстава. Ой-ой-ой, хозяева планеты. Опачки. Ошибка всегда входящая. Почему вы ищете меня здесь? Вы знаете, где я. Вы бросили меня много лет назад. Теперь вы не можете найти меня. Только мы... Теперь мы слишком далеко друг от друга в пространстве и времени. Смешно, сейчас еще 5 минут и на этом закончится. А вот и жена его, да, типа? Так, и тыры-тыры-ты. Эти штуки меня убьют, интересно? Тихо, тихо! Да что ж тебе, блин... О, какая же тут отвратительная физика иногда бывает. Че, я допрыгну до сюда? Конечно, уже у нас мастер прыжков, блин, иногда. А, у меня до сих пор этот джетпак? А, ну да, мне же его не отнимали. Кислород отняли. Ты так больше не шути, блин. Туда? Ну, по-моему, вообще вернулись чуть ли не в начало. Или вон туда, наверх.
Тут тоже просто камень. Наверное, все-таки сюда. Больше-то некуда. Это самая высокая точка получается. И... Я думал, лианы тут уже ко мне лезут. Такой подскочил. Так, все на месте. Хотя бы это радует. Но как мы смогли подышать? Или мы все-таки успели подзарядиться там? Существо захватило. Тут много крови. Надеюсь, она все еще жива. Существо захватило женщину. Я уверен, что она ранена. Капли ее крови мерцают ярко-зеленым цветом по полу пещеры. Надеюсь, что она все еще жива, но я не могу представить, как я смогу помочь, если чудовище находится поблизости. Хера себе, тут литры крови, ты посмотри. Ранена. Бездна. Высокотехнологичные растения. Это интересно. Экзоскелет в виде горшка такого. Для растений. Еще одна кусочина бублика. Вон и она, вроде в порядок с ней. Она, кажется, растение просто расфигачила. Просто закликивать. Ёптель. Хочешь, удобрение сделаю, просто нахожу. Ну, практически как курочку ее забрал. Она же приносит, этот создает мох. Так она сама сейчас мутировать начинает, какую-то ересь. Так, и как мы здесь очутились? На такие странные телепорты непонятные. Зеленые земли. Жертва элиты. Она спасла мне жизнь, она спасла целую планету. Женщины, которой следовало, уже нет. Хотя нет, принеся себя в жертву монстру, чтобы спасти эту планету, она навсегда осталась тут. По доброй воле она дала своей жизни на важное лекарство, не заботясь о последствиях. Мне хочется думать, что она больше чувствует себя как дома здесь, слившись с этой странной красивой экосистемой, чем в компании с таким незначительным человеком, как я. В любом случае, она спасла мне жизнь, а также бесчисленные живые существа на этой планете. Бесчисленным. Не сюда? Сюда?
то эта штука не сильно гостеприимна в плане физики. Так, мне туда. Проще всего вот здесь, по-моему. Так, ну я могу отсюда сделать, но... Потом... Как? Ну, туда можно попытаться перепрыгнуть. Так. Не самое простое место из-за физики. Какой-то гейзер с зеленым мхом, по-видимому. Так вы меня хоть домой отправите все-таки или нет? Или я местным удобрением стану? Наверх предлагаете? А, вот тут есть эти, которые сразу незаметны так. Ой. Что ж такое-то? Так. Несмотря на то, что все зеленое, все равно дорожки из зеленого сильнее выделяются, чем обычные зеленые. О! Радио какое-то. Какая-то антенка. Нет, я думаю, до туда мы не долетим. Хотя теоретически, может быть, и долетели бы. Итак, другой портал действительно ведет обратно на Землю, но на сотни лет вперед. Как выяснилось после нашего прибытия на планету, являющийся входом на эту планету, был средством передвижения в один конец.
как мы обнаружили по прибытию сюда. Изначально мы принимали как само собой разумеющееся, что он работает как любая дверь, что мы сможем вернуться сквозь тот же портал, когда нам заблагорассудится. Но это оказалось ошибкой. Позже, к нашей огромной радости, мы в конце концов обнаружили второй портал, портал отправки, ведущий обратно домой. Эта система двух порталов была, надо признать, очень эффективной для транспортировочных целей. И мы развивали наше заселение соответственным образом, регулируя отправки в ту и в другую стороны по мере необходимости. Но чего мы сначала не знали, это потеря времени при передвижении сквозь портал. Хотя сам процесс транспортировки происходит очень быстро, течение времени на Земле и на этой планете не совпадают. Мы довольно скоро обнаружили, что неделя, проведенная здесь, равнялась месяцу по земному времени. Когда порталы вышли из строя, это несоответствие течения времени стало огромным. После того, как портал прибытия дал сбой и погибло так много людей, мы испугались воспользоваться порталом отправки для возвращения на Землю. Со временем мы стали видеть по другую сторону портала образы, которые мы не узнавали. Там были невероятные башнеобразные сооружения, гораздо высокотехнологичнее, чем когда-либо виденные нами. Некоторые верили. Закончилось. Ну, короче говоря, что чувак понял, что на самом деле ничего не откалибровывали, так Земля это и осталась. Просто на сотню лет вперед, и так никто не рискнул проверить, а у портал со временем угас. Так как мы это все отремонтировали, планету, частично, то, возможно, мы сможем пульнуться и не слишком много потерять по времени. Хотя, может быть, на сотни лет вперед прикольно было бы. С другой стороны, сейчас еще раз сюда могут кого-нибудь отправить. Ты этот мох бы взял бы себе на изучение. Если он такой крутой, может быть, действительно его можно выращивать. О, привет, дружок. Помахаешь мне ручкой? Короче, мы как коронавирус такие перешли, тут делов натворили. Пока те разобрались, в чем косяк был, уже было поздно. Это что такое? А, это звездочка. То есть они и на Землю, может быть, хотели, если у нас... Или они с Земли пришли изначально? Куда эта раса взялась? Почему она, типа, мы с ними не встречались? Чё, вперед? Насколько я понимаю, вы оставили свою жену на аппарате жизнеобеспечения. Не похоже, чтобы вы могли жить дальше без нее. На самом деле, я сделал это для нее. Я хочу дать ей все возможные шансы жить снова, даже если я... меня тут не будет. Что, в Сибири мы появились? Все, запасы кончились. Тын-тын-тын. Потом портал так бесхозно стоит. С
Сложно сказать, наш этот год или не наш, потому что хрен знает, как она выглядела до того, как мы улетели. Ну, окей, 20 минут. Можно будет в этот же день остатки закинуть. Да, Мэри Уэллс, ты, конечно, очень много озвучивала. Ну, как сказать, я бы эту игру бы сократил бы раза в два, наверное, минимум. Потому что, ну, слишком много беготни и слабого паркура. Оно как-то вот, не знаю, пустовато. Я понимаю, что она безжизненная планета, но не на такой же степени, что надо ее всю обходить. Ну, Рика, зато они на кикстартере что-то прям собрали даже. Интересно было бы увидеть, как они это продвигали эту игру. В плане, вот смотрите, мы хотим создать вот такое вот. Прям столько народу подписалось. Ну, достаточно много. Уж не знаю, поскольку там баксов. Но все-таки. Нельзя как-нибудь, ну, пропустить, ускорить. Почему на Земле вы больше всего будете скучать? Ну, в первую очередь, по моей жене, затем по самой Земле целиком. Она увидела красоту этой планеты задолго до того, как я смог ее увидеть. Вы очень любили ее, правда? Конечно. Если теряешь кого-то, кого ты любишь, даже 20 световых лет, похоже, не является достаточным расстоянием, чтобы перестать скучать по ним. Ну вот и все. В целом-то так, вроде и сюжет, ну, такой нормальный, не сказал бы, что шедевральный, такой средненький. Ну вот, не знаю, вот этот излишнее блуждание, несмотря на то, что пытались они как-то разнообразить, все равно немножко, на самом деле, так себе. Так что, ну, пишите, что вы думаете по этому поводу. А на этом все, лайкайте. Комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага. Всем пока.